Я сорвал на улице только что такой вот фрукт. Не знал, что это точно. Оказалось, это то ли лимон, то ли лайм. Лайм, скорее всего. Но какой-то необычный, толстый такой. Видать, или еще не поспел, или не знаю. Сейчас хочу набрать воды, и чтобы с лимоном вода была, я думаю, очень будет неплохая. Жду, пока станет холодно здесь. Предыдущий источник я ждал минут 15, так и не дождался. Теплая как шла, так и идет. Здесь более-менее холодная уже. Такие вот вещи тут творятся. Находимся в Греции. Сейчас иду в сторону Афин. Так, надо будет сейчас ломтики сделать. Ну, друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечный переход.